Вокальные параллели под таким названием в столице прошел концерт, посвященный памяти выдающегося оперного певца Эрика Курмангалиева. Обладатель редкого сверхвысокого мужского голоса вел активную концертную деятельность. На ведущих сценах мира казахстанский артист исполнял оперы и проводил сольные программы. Часть из репертуара вошла в программу музыкального вечера. Шедевры мировой классики, а также сочинения отечественных авторов исполнили друзья и коллеги Эрика Курмангалиева. Его голос, он попал в книгу рекордов, для него писал сам Шнитке. И сегодня здесь, в театре Астана Опера, приехали его друзья, артисты из России. Это знаменитый пианист Александр Котовщиков, Лариса Рудакова, сопрано, солистка Большого театра Московского. Также два контртенора, Рустам Еваев и Олег Рябец. И я думаю, что для нашей публики это огромная такая интересная возможность услышать воочию такие редкие голоса, как контртенор, окунуться в старинную музыку, окунуться в те галантные стили, которые сегодня будут представлены нашей глубоко уважаемой публике.